четверг на территории одного из дачных кооперативов в северной части Петропавловска сотрудники городского батальона патрульной полиции остановили автомашину марки «Лифан». В ходе проверки документов полицейские заметили признаки того, что 41-летний водитель, возможно, находится в нетрезвом состоянии. Заключение медицинского освидетельствования подтвердило у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении водителя составлен протокол в соответствии с санкцией статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Правонарушителю грозят арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления фактов грубых нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на аварийность и тяжесть последствий ДТП на дорогах, в особенности управления трассы средств состояния алкогольного опьянения, а также лишенных права управления, в период с 8 по 13 августа текущего года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Так, только за два дня проводимого мероприятия выявлено 677 нарушений правил дорожного движения. Задержано 15 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлено два факта управления транспортным средством лицами, лишенных права управления, а также два факта нелегальной перевозки пассажиров и багажа. С начала года на дорогах области задержали 646 нетрезвых водителей. За 7 месяцев по их вине зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 20 человек ранены. В очередной раз призываем водителей транспортных средств быть бдительными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и помнить, что, садясь за руль своего автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения. Всего в этом году зарегистрировано 184 ДТП, в которых погибли 22 человека и 266 травмированы. Алишер Ашимов при содействии пресс-службы областного департамента полиции.